Всем привет, с вами Толян Водянюка. Сегодня мы будем ложить в кока-колу соду. Мы взяли столько кока-колу, купили Zero. Она уже открыта, у нас стоит, поджидает нас, и сода тоже открыта. Вот мы ложкой этой будем засыпать, вот этой вот, засыпать соду в кока-колу. Мы, к сожалению, не захотели идти на улицу, решили по экстремалу сделать у себя в квартире. Ну, да. Как у меня в квартире. Потолок 2 метра, потолок легко достанет. Не знаю. Я точно сказал, что я ради этого случая даже потолок помою. Да, если он замарается, то Тоха будет мне мыть всю ванну. Я потолок сказал. А здесь все замочится. И Тоха, короче, сейчас будет... мы сейчас, короче, будем засыпать соду. И, конечно, все это снимем на видео. Мы пока у меня вот в ванной стоим. Тогда... В ванной решили делать никак не в зале там, чтобы убраться легко. Я вам собираю данные, чтобы вы знали все местонахождение Данила. Ладно, сейчас мы покажем соду и кока-колу Zero. Вот наша кока-кола Zero стоит бедненько, поджидает нас. Мы уже столько немного попили, хотели попить. Еще также мы ее скинули с 7,5 этажа. С 7 этажа, короче, мы ее скинули, искали где-то полчаса в снегу и нашли. Она холодненькая, отстывает. Да. И сейчас мы вам покажем вот эту вот нашу соду, мы ее будем засыпать. Да. А вот мы с Толямбой. Вначале мы будем по чуть-чуть. Да. Вот нашу соду по чуть-чуть, потом побольше и навалим целую ложку сверху. Ну что, целую ложку. Вот такую вот. Да. Сейчас мы возьмем. Тоха, давай набирай. Вот, крышечку сначала. Вначале чуть-чуть в крышечке, пол крышечки. Пол крышечки. Вот. Вот пол крышечки засыпаем. Это много. Ну давай. А, ничего не сделалась, она немножечко поднялась, показывать. Немножечко, намножечко. Мы столько с тобой слишком много, мне кажется, выпили. Вот кока-кола поднялась немного. Сейчас мы возьмем целую ложку и засыпем туда. Потом ложку туда. Так, Тоха взял крышку сверху. Тоха, давай только не мажь. У меня же воронка есть, что мы тупим? Сейчас я принесу воронку. Не знаю, что я так тупил, просто взять воронку и... Все, Тошка, давай Тоха, две ложки сразу. Что-то происходит. Я думаю, мы слишком долго ее открыто держали, и ничего у нас не произошло. Нет, Тоха, так ничего не будет. Все, ничего не произошло. Что только нам делать с тобой? Сходить за новой? Можно. Можно, но нельзя. Не знаю, сейчас мы подумаем, что сделать нам такого. Да. Мы не хотим бежать, тратить на этом деньги. И это, мы, наверное, не знаю, там закончились газы. И вот это, кстати, вся сода. Это снизу, вот эта одна сода. Тоха, будешь это пить? Порошок стиральный уберу. Это не стиральный? Вон туда положил стиральный порошок, что, дурак? Со стиральным порошком вместе. Как на вкус? Как на вкус? Попробуй. Нет. Ну как твои чувства на кока-колу с порошком, с солой? Ужасно. Тут адское варево. Если вы хотите прийти. Ну-ка, дай попробовать. Попробуй. Я пробую, смотрите. Фу! Ну, вкус говно. Вот думайте, смогу я выпить вот отсюда это все? Ты сможешь? Да. Ты чё, мудак? Я ведь выпью. Ладно, сейчас мы перейдем на кухню и покажет вам Тоха. Постирали порошок. Тут. Мы решили на кухню переходить, потому что Тоха может вырвать. Да, на всякий случай, вот ради вас. Еще вот показываю, что добавляю туда стиральное порошок. Не надо, Тоха. Вот скажите ему, что за дурак. Вот на видео видно все. Через зеркало. Перемешался, он сейчас должен выпить до 2 глотка сделать, что ли. И потом сразу блевать давай. Я здесь смотрю. Тогда ларек. Тьфу, Тоха, дурак. Живот-то будет болеть, в школу не пойдешь. Давай блевать.
Давай обливать. Давай обливать. Я не хочу. Мы, наверное, это сейчас все вылим, да, Тоха? Давай, Тоха, показывай это все на видео. Давай. Нет, кока-кола утекает. Нет, Тоха, ты что делаешь? Ты сам подумал, что ты сделал. Слизывай все. Хорошо ты. Смотрите, что осталось. Это был порошок. Сода. Или и сода с порошком. Молодец, Тоха. Попей, попей, я тебе разрешаю. Итак, если хотите такие же классные ролики, ставьте лайки. Тоху сейчас вырывает, ему плохо, он, наверное, сейчас да. домой пойдет. Ладно, всем пока, я побежу. До скорых встреч, всем удачи, всем пока.